Всем привет, друзья! Вы на канале Шедр Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем Them and Us. И сейчас будем идти в портал. Что у нас там со здоровьем? Здоровье не очень, ну какое? 50%. Но у нас с собой есть, если что, кое-что. Давайте керосин, наверное, здесь сбросим. Еще канистра с керосином какая-то есть. Давай тут оставим пока. Пусть она тут лежит. Куда она добавилась? А фиг его знает. Никуда она не добавилась. Где канистра с керосином? Люди, куда она делась? Я ее вообще теперь не вижу. Это канистра с керосином? Нет. Это тоже не канистра с керосином. Вот это она, да? Вот это она. Она что-то переместилась аж сюда. Она вот так. Вот она. Все, я спокоен, можно идти дальше. Если смогу выйти, конечно же, из этой комнаты. Есть. Канистру сбросили, я пока не знаю, зачем она нужна. Тем более отправляемся мы в портал. Портал это не совсем физическое, я так понимаю. Ну, не факт, что мы, конечно, вообще с вами находимся в физическом обличии. Может, мы с вами погибли во время аварии, такое тоже возможно. Сейчас узнаем. Вот этот портал открылся первый, но вообще их много. Много на территории. Ну, начнем с этого, была не была. Пошли. Да. Воспоминания Лиши, запись. Какая? Квадратная. Ладно. Подождите, теперь мне очень интересно, где мы сейчас находимся. Как нам открыть карту? Карту мы откроем. Нет у нас карты этой области, но и к счастью, наверное, хорошо. Так, что за запись открылась? Давайте посмотрим. Запись Алиши. Это не здесь, это скорее всего здесь. Memory, запись Алиши 3, да? Или 2? Не знаю, что здесь происходит, но все, кого я встречал, кажется, одержимыми. Они совершенно не похожи на людей, некоторые поняли, этот особняк принадлежит какому-то культу, и они поклоняются человеку, которого зовут магистром. Кем бы ни были эти люди раньше, сейчас они не монстры-людоеды. Я едва смогла выбраться из особняка живой, но похоже, это чокнутые ублюдки везде. Ну и третий. Ибо я больше не могу понять, где вымысел, а где реальность. Все, что я видела, не имеет никакого смысла. Я каким-то образом нашла портал, ведущий в странную комнату. Похоже, она как-то связана с культом. В ней висел портрет странного старика, такой же, как и в особняке. Может, это магистр? Ладно. Кажется, тут до сих пор кто-то спит. Да? Прямо сейчас? Так, я включил скорость. Карты нет. За дверьми дым. А, я хотел сначала войти не в портал, там у нас же еще дверь одна открылась. Я вот сейчас ее увидел. Закрыта. Похоже, дверь защищена каким-то темным дымом. Главное, чтобы здесь никого не было, но я вооружен и опасен. Так, там какая-то маска. Угольки все еще теплые, кто-то разводил огонь совсем недавно. Что за маска? Что я не могу взять? Похоже, что над камином висят племенные маски. Такое чувство, что за мной следят. Да нет, просто картина. Так, это сундук. И какая-то дверь. И какой-то комод. И какая-то трава. Ваза с красивыми розами. Это розы, трава. В нем есть одежда, которая может вам подойти. Сменить одежду? Да нет. Это обычный шкаф, а это что? Ух ты! Ничего себе, коробок для хранения вещей! С ума сойти можно? А чего дали только сейчас? В реальном мире он не нужен, а это что за фигня? Реально что это за фигня? А ну ударь ее. Не надо ее бить. Нормально. Там, где он нужен, его нет. А это записка о ящике Плутоса. Угу. Отрывок из Атлас Обскура, исследование оккультных мифов исторического происхождения, термин «ящик Плутоса», связан с именем греческого бога Плутоса, бога богатства и жадности. Никому не известно, кто впервые ввел данный термин, однако считается, что популяризировало его известное эзотерическое братство Орден Восточных Тамплиеров. Случилось это после того, как они профинансировали ряд экспериментов по всему миру, дабы найти ящик Плутоса. Причиной этого было то, что некоторые из высокопоставленных членов таинственной организации, связанные с телемитами,
и масонами стали одержимы его поисками, когда в 1904 году узнали о происхождении ящика из расшифрованных клинописных табличек. Согласно расшифрованным текстам ОБТ, ящик Плутоса – маленький ящик-головоломка, сделанный из материала, что, казалось бы, нельзя разрушить. При его активации он становится бездонным, что позволяет хранить в нем объекты любого размера. Это достигается за счет использования возможностей четвертого измерения. Данный ящик – лучшая в мире вещь для того, кто любит накапливать богатство, как Плутос. Говорят, чтобы активировать ящик, нужно переставить плитки, которые составляют его стены в определенном порядке. На сегодняшний день никто никогда не находил подобного ящика, и по словам известного археолога, на этом записка обрывается. Теперь всегда при вас. Ой-ё. Ага. А что это за дверь? В общем, мы здесь ради ящика Плутоса, да? Ящик Плутоса. Заблокировано. Пистолет-пулемет заблокировано. Аптечка 3000 что-то стоит. А что стоит? Что это за валюта? А, это то, что у меня находится в реальной, в реальном мире. То, что лежит на полу. Я могу оттуда это вытащить или что? Особый секретный ключ. Он у меня есть? Он у меня есть, да, реально? 100 тысяч. Что это такое? Дробовик, пистолет-пулемет. Но это я еще не нашел. Я так понимаю. Ну ладно. И что мне с этим делать? Что это за фигня вообще? Вообще ничего не понял. Ходили-ходили в реальном мире, оказались в каком-то потустороннем, какой-то ящик Плутоса. Какие-то часы. Странно, часы не тикают. Кто бы тут ни жил, он должно быть ненавидит этот звук. Ладно, пусть будет ящик Плутоса. Не совсем понял, зачем он нужен, но если он есть, то пусть будет. Нет, подождите, из реального в потустороннее могу перетащить. Но каждый предмет имеет цену. Да? Ну да. Ладно. Так подождите. Выберите этаж. Ну, мы одну дверь открыли. Давайте дверь откроем какую-то. Вот эту дверь мы открыли. Портал это чтобы в эту комнату, что ли, просочиться или что? Наверное, да. Не знаю. Вот эту дверь мы открыли. Вот уже первый фокус. Сколько у вас? Шлепают со всех сторон. Поэтому я, пожалуй, наверное, зайду сюда. Тут и ползают, и шлепают. Офигеть. Мимо уха прошло. Ты что делаешь? Пипец, нас сейчас съедят с тобой. Это что, собака, что ли? Собака. Беги. Беги, 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 стреляй. Беги, беги, беги. Какая быстрая. Пипец. Да заткнитесь вы. Собака, по-моему, нас испугалась больше, чем мы ее. Охренеть просто. Работаем. Да, работаем неплохо. Собака вернулась. Все, собака не вернулась. Так, а ну стой. Работаем.
Блин, да отвалите от меня, кошмар какой, сколько вас тут? Еще одна собака. Охренеть. Я держусь. Иди нахрен. Иди нахрен. Где она? Я не знаю, где она. Она здесь. Пипец. А ничего, что я нихрена не вижу? А, ничего, нормально. Так, подождите. Охренетушки. Зажали. Собака зажала, короче. Сдохнешь ты, тварь. И тетю с собой забери. Фу. Come on. Пипец, ну и собаки у вас. Тебя созвали? Шел вон сюда. Вон, говорю, пошел. А вообще пули берут их, нет? Есть. Сколько я там пуль потратил-то? Убегай. Все, перестраиваемся. И хватит тратить пули. Хотя он какой-то резвый идет. Блин. Нет, надо было выровняться на одну линию, да? Татушками. Так, сэкономили на одном. Сэкономили на втором. Тут отбиться невозможно, здесь нет толчка. 3, 4, 5, 6, 7. Нормально, блин. Эти синхронно ползут, их будет сложновато отбить. Ну и сколько у нас патронов осталось? 58. Из того, что было. Охренеть. Вы что, близнецы, что ли? Выпад, который никак не контролируется. Выпад, который, блин, ну не знаю, ну ёж-моёж-то. Ну как-то ж его можно-то контролировать, этот выпад. Кошмар какой-то. Я уже бегать не могу. Зашел, блин, в непонятное помещение. Так, ну ты ж на меня не прыгнешь, нет? Шесть. 7, 8, 9, 10, 11. Ну, один раз промазал. Все. Я могу выдохнуть. Да, но мне нужно лечение. Где мы находимся? Ого, где мы находимся? Что это за место? И портал всегда есть в углу. Что это за портал? Эта комната закрыта с той стороны. Ну, я так долго не пропрыгаю. Мне нужна медпомощь или хотя бы мазь. Ого. Патроны для дробовика. Кажется, фонтан довольно древний, как и все остальное здесь. Вода выглядит застоявшейся. Вода-то выглядит, конечно, застоявшейся. Но мне нужно срочное лечение. Причем двойным бинтом. Вот это вышли. Ну, выпады у зомби, конечно, смертельные. Здесь нет кнопки отпрыгнуть? Нет, стоим, смотрим. Там у меня есть два бинта, один большой, но мне нужна мазь. Без мази их использовать смысла нет.
Я, конечно, один с собой возьму. Ну, тут искусали нас. Еще и собаки, блин. Собаки вообще металлические какие-то. Стреляешь ему глазом, хоть бы что. Понятно, что дробовик должен появиться в ближайшее время, раз патроны уже пришли. Но это же совсем другое уже. Давайте эти патроны, наверное, сбросим. Пока. Это я пока возьму с собой. Все, если что, у меня есть пластинка еще, и даже две. Их можно как-то в портале то ли перетаскивать, то ли нет. Буду пока хромать. Мы, наверное, там ту территорию почистили очень хорошо. Теперь надо поискать будет мать. У меня случайно там... Подожди, а может она там у меня лежит, нет? Там было 10%, 20%, я ее случайно... Или я ее использовал. Хотя ни с кем особо сильно не воевал. Может она валяется на полу. Что самое интересное, место для хранения предметов находится в портале. Это зачем? Это интересная решеница. Нет, посмотрите, здесь у нас есть... Что-то такое. А, у нас уже есть готовое. У нас есть уже готовое, у нас нету этого. Это сбрось. Что у нас там? Да, давай, можешь лечиться смело. У нас одна была, мы ее на мазь применили все-таки. Это зажигалка, это полная аптечка. Это канистра, маленькая повязка, большая, средняя повязка. Давай. Ну, хотя бы бегать уже можно. Я, конечно, еще не здоров, но... Но бегать можно. Пытался как можно меньше потратить патронов. Вообще, конечно, не хватает кнопочки отпрыгнуть. Или, блин, нож поменять на меч какой-нибудь. Это что? Шланг. Да, не помешало бы нам удлиненное лезвие. Слева теперь спокойно. Справа не знаю. Справа сейчас надо еще проверить. Слева можем походить, посмотреть. Какая-то синяя дверь. Ну давай пройдемся по левой аллейке. Ой-ё, да тут зомби еще. Кучище. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. После десятого умолка. Куда они делись? Че, охренели что ли? Иди сюда. Опять толпа. Что ж парочками-то ходите? Весна, что ли, на улице? Иди сюда, блин. Как меня с двоих убивать-то? Я не знаю, как, кто когда рванет. А стрелять вас, извините. Ой, он стал ниже. Четыре раза попал. О, еще и третий идет. У них тут тройничок. Беги. Тут никого хоть нет. Сейчас я убегу. Все, ты успокоился? Я уже сбился. Не, назад не отходи. Назад, говорю, не отходи. Убил. Так, следующий. Давно не кормили, да? Ну хорошо. Жалко, что в голову, когда ты попадаешь, не считается один за два. О, хрен какой. Этот, блин, ну, они теперь сравнялись с этим, блин. Я только три раза попал, да? Да. Тут без ругательств трудно охарактеризовать сложившуюся ситуацию. Так, есть. Все равно укусил. Че ты отпрыгиваешь? Танцор, что ли, был? Два. Иди сюда.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Попал. Так, это у него припадок. Припадок, спокойно, он меня ненавидит. Еще разик. 10, все. Не, ну попал бы в голову, согласитесь. Один бы за два посчитали. Он еще одно стоит. Да сколько ж вас тут? Ух ты, я на берегу. Спасите! Где, черт возьми? На острове. В аду. Вон еще один, если он один. Да, его пока долго будет идти, да. Вот так вот. Ой, хорошо, все, пока хватит. Да, если бы у нас патронов здесь не было. 4. Ух ты. Падла. Этот рывок, конечно. 4 раза попал. 5. Да, два выстрела все-таки один за два где-то считается. Примерно один за два. Собака. Еще тебя здесь не хватало, тварь. Ну, против собак нож, извините меня. Они еще бегают как-то странненько. Да, нормально бегает. Арма, сейчас я тут спрячусь. Хорошо, толкнула. Повезло. Набодается. Собака-бодака. Новый вид зомби-собак. Прыгает и бьет лбом. Так, где я? Здоровье опять хреновенькое. Что это за место? Сейчас же зайдешь, тут 1000 зомби будет. Меня зачистил все. Сейчас умирать совсем не хочется, конечно. Он лежит одно, как бы сказать, без... И не одно, их тут несколько. 3. И как мне убить первого быстро? Чтоб не наткнуться на второго. А? Давай попробуем. Это не считается, то, что я бью, да, получается? Это, по-моему, не считается. Ну ладно, я одного уберу с пистолетом. Вот и считается. Но он был ближе всего, он был самый опасный. Мне отходить было некуда просто. Так, ты у нас без татуировки на животе. А ну посмотри. Там что-то на животе у тебя есть, но, по-моему, без. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сосед лежит? Лежит. Сколько раз попал, пока вставал, не знаю. Но считает, не считается, считается нормально. Этот Майки. Этот матерый, блин. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Назад. А ну назад. Назад, я сказал. Так, а это что? О, я дробовик нашел. О-оуч. Готов.
Сюрприз. Ой. А, когда я заряжаюсь, меня нельзя укусить. Это неплохо. Эти правила мне нравятся. Я одобряю эти правила. Их, наверное, беги. И же, наверное, выпустили, чтобы я дробовик попробовал. А я все с пистолетом, да с пистолетом. Примитивщик. Так, 6, 7, 8. Эй, 9. Все. Фух. Откуда они взялись-то? Эта дверь закрыта. Что это такое? На ней какая-то странная фигура. Это что? Не знаю. Дверь какая-то выломанная. Так, фух. Дробовик, сколько ты места занимаешь? 2 выстрела. У меня есть еще 7. Там на полу валяется. Маяк. Там возле маяка. Который нас ведет к бинтам и... дверной ручке? У нас была дверь без ручки. Такое не помню. А это что? Спуститься вниз? Ни за что в жизни. Так, а ну подожди. Спуститься вниз. Спуститься вниз-то можно, а вот выбраться оттуда, это же другой вопрос. Там у нас тоже, кстати, есть проход. Какая-то синяя дверь. Возможно, та самая синяя дверь без ручки. Портал это, не знаю, безопасная комната или что это такое? Там просто вещи можно хранить. Сейчас что-то мне не хочется бежать их. Ну давай попробуем спуститься, потом подняться. Ну давай. Как быстро подняться только в случае чего. Так, зомбак. С крестиком. Святой, что ли? Нихера себе. Так, дайте его простым дедовским. Тут какой-то странный. Что-то выпало. Какое-то письмо. Это я где? У меня нет карты этого места. Так я смогу себя вернуться, это забрать, поднять. Кажется, на двери 3 символа. Это надо запомнить. Так, ладно, а ну давай выбросим, что тут. Бинт, наверное, выбросим. Все равно мази нет. Я сейчас бы применил, конечно. А ну давай. Что это такое? Что я взял? Чисто антикварная бумага. Хм. Лист бумаги с каким-то странной пометкой на нем. Выглядит древний, возможно, пригодится. Так, возможно, пригодится, но сюда опять бежать, чтобы... Может, сюда ее добавить? Ладно. Я не знаю, в портале можно хранить вещи в ящике? Я вообще не понял, что за портал. Так, ладно, ну тогда побежали, я не знаю, обратно. А что обратно? Мне мазь надо найти. Ну, если что, здесь бинт есть. Лучше бинт сбросить, да, чем 2 квестовых предмета. Ручка и бумажка. Ну там еще один зомбак валялся. Пойду сейчас его прирежу, наверное. Потом пойду выложу бумажку и ручку. Ну дробовик не знаю, таскать с собой, не таскать. Но вещь хорошая, особенно на крупных монстров. Ну с собаками пока мы ладим.
А вот если кто-то покрупнее будет, вот как вот тот, который с татуировкой на животе в прошлой серии был. Так, тут кто-то валялся. Я увидел и... Что, опять собака? Твою ж не... Куда вы беретесь? Так, нахрен, она бешеная какая-то, нафиг. Пошла вон отсюда. Ну хоть пулю получает, нервничать начинает. Как я на нее не нарвался раньше? Я ж там бегал от этих всех. Все. Да, патроны нужны хотя бы на собак. Значит, все. А, тут проход еще есть. Ё-моё. А, ну да. Но я его и не видел, кстати. Она здесь, наверное, бегала. Че, еще одна? Ну, этого типка я видел, да, сейчас я его... Работаю, здесь я тоже бегал. Ну все, надо идти выбрасывать ручку какую-то, бумажку. Хотя ручка, наверное, пригодится в ближайшем будущем. Сейчас я с этим разберусь. О, у него бумажка какая-то под ногами. Сейчас, подожди. 5, 6, 7, 8. Беги. Не, все-таки работает. Пока он лежит, у нас есть время. Записка от трупа. О, трупную записку написал. Кто бы не нашел это, пожалуйста, прочтите внимательно. По этому острову вроде существо, подобное от которым я никогда не встречал. Не знаю, причастен ли магистр к его созданию, но монстр атаковал абсолютно всех, в том числе и нас, помазанных членов клана. Я пишу это практически в бреду от боли, из-за тела стремительно вытекает кровь из тела. А моя нога искалечена. Этой твари... Любое оружие нипочем. Она не убивала меня сразу лишь из-за Джонатана. Когда на меня напали, при нем был только нож, а у него дробовик для отстрела чаек. Он успел выстрелить в это существо два раза, прежде чем оно погналось за ним. А, мы его нашли. Куда они побежали, мне неизвестно, но по крайней мере Джонатану удалось отвести этого зверя от меня. Не знаю, жив ли он еще. Я пытался отыскать дробовик, поскольку слышал, как Джонатан обронил его где-то поблизости. В любом случае, мне явно не поможет он. Сначала казалось, что выстрелы нанесли ущерб существу, я видел, как оно вздрогнуло, но затем монстр словно обратился в фантом, пули летели сквозь него. Господи, надеюсь, эта тварь больше не вернется. Записка от трупа при нас. Фонтан не работает. Кстати, это второй фонтан, который мы находим. Ну что, пошли сбросим лишнее. Что делать с инвентарем? Нож нужен. Пистолет нужен. Это тоже нужно. Сейчас попробую зарядить лучше этот. Дробовик, не знаю сколько он там, 6-зарядный, 4. И надо найти мазь будет. Существо, которое не берут пули. Интересно. Так нам дробовик и не поможет пока что. Первое время. Я вот не знаю, зачем ящик в портале с предметами. Может, мне туда надо его переносить? У меня уже тут места нет, куда складировать. Но я могу здесь сбросить, конечно, ручку дверную. Оторванная дверь. У нас была ручка без... А, была ручка. По-моему, вверху. Ну ладно, я не помню уже. Давай сбросим пока. Я не могу это оставить здесь. Места уже нет, да? По-моему, да. Места уже просто нет места. Ну, сбрасывайся.
А это нельзя, интересно, почему? Может, реально места нет. А это можно? Нет, места не хватает. Ну ладно, давай сбросим тогда возле комнаты, хотя комната уютная, комфортная. Странно, что ящика именно здесь нет. Чисто антикварно, да, просто не было места. Ну давай чисто антикварную бумагу сбросим. Все, два я сбросил, вот они лежат. Сейчас попробую перезарядиться. Сколько туда патронов влезет. А как мне менять оружие, кстати? А, действительно, как мне менять оружие? А, поменял. Вот. Пять. Четыре свободных. Но я патроны, конечно же, носить с собой не буду. От дробовика. Пистолета буду. Ну все, пошли в следующую комнату. Сохраняться пока не буду, не знаю. Там у меня бинт еще остался. Если найду мазь, пойду подлечусь. Хотя зачистил территорию, ого-го. Ну сейчас посмотрим, что там в той территории. В том дворике, вернее, на той территории. Интересно, а ну минутку. У меня есть еще портал здесь недалеко выше. Если по лестнице подняться. Он ведет в это же место портал? Просто он открылся сразу в нескольких местах. Сейчас посмотрим. Еще ж здесь есть портал. Кстати, а в этой комнате люстра. Ну, люстра... Ой, не люстра, что-то висит. Люстра, да. Да, попробуем, что в этом портале. Да, все порталы ведут в одну и ту же комнату. Смело можно переносить сюда вещи, если они нужны. Из портала их брать. Вот это только не понял, что это за фигня. Вот дробовик у меня есть, а что он заблокирован? Я не буду нажимать, просто потому что это денег тратит, как 3000. Чего 3000? Что за 3000 повязка? Ну вот, я положил патроны без проблем. Ну, давайте сюда перенесем, их все же лучше, чем на полу лежат. Надеюсь, я в этот портал не закроется, и я не останусь без вещей. Я просто не могу их уже просто собирать, они валяются просто по всему особняку. Ну, ручка — это квестовый предмет. Если портал захлопнется, ну, беда тогда будет. Кстати, в портале нельзя сохраняться, между прочим. И зато я могу попасть теперь к ящику из любой точки. Что удобно. Но если бы не эта картина, конечно, я бы считал это безопасным местом, но... Пока не могу. Все, выбросил. Два. Давай перенесем сюда все. Может, я, конечно, пожалею об этом. Это чтобы предметы взять. И пластинки туда положу, а что? Может, конечно, не мешало бы сохраниться перед этим. А то я сейчас наскладирую. Но я не буду. Ну, на полу тоже не вариант, что оно все валяется. Так, давай, собирай пластинка. Бинты. Бинты. Керосин. Патроны. Аптечка. Не залезла только зажигалка. Ну, что я могу сделать? А, еще одна эта есть. Еще одна есть пластинка. Ну, ладно, я буду думать, что это место безопасности. Место, где можно... уйти от ужасов реального мира. Здесь кто-то прятался. Давай.
Так, все сбросил, теперь мне на два предмета только взять. Сейчас возьму с собой нож, возьму пистолет. Дробовик возьму, патроны. Ну, два предмета как раз поместится. Ну, не знаю, я, наверное, сохранюсь. Дайте, наверное, сохранюсь, а то столько всего сделал, блин. И будет весело, если я... Выйду сейчас и умру. Там собаки лают, и еще какое-то существо бесплотное, в которое бесполезно стрелять. А дворик там большой. Так, зажигалку взял. Виниловую взял. Будем сохраняться или... А давай. Все, сохраняюсь, да. Давайте, еще одна у меня запасная есть. Я надеюсь, мы пластинку с вами найдем, пока будем тут подчищать что-либо. Все, погнали. Зажигалку сейчас брошу, но теперь хоть чуть-чуть спокойнее, конечно. И да, мы реально много зачистили всего. Сейчас зачем нам эта комната? Просто б ящик бы как-то оставили бы где-нибудь. И давай. Все, я все сбросил, все теперь у нас в порталах. Патроны с собой, дробовик на случай крупных монстров с собой. Погнали дальше. Там лай собак есть, поэтому в любом случае нас будут кусать. Хотя там все двери закрыты. А ручка там одна дверь была. Вот только не помню где. Второй этаж, какая-то дверь была без ручки. Еще и надпись была. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас главное выяснить, что нам... Что нам там мешает открывать другие двери. Потому что каждый раз новое препятствие какое-то появляется. Я лай собак уже здесь, слышу. Ну сейчас... Вот. Ну сейчас мы чуть-чуть спокойнее себя чувствуем после сохранения. Ну что, открываем эту дверь. Какие-то камеры. Что-то закрыто, что-то открыто. Ну давай попробуем. Фух, удачно. Меня никто не хочет убить? Да, не зря сохранились. Закрыто, но я нигде не вижу замочной скважины. Может, это репотайный тайный механизм? Может, ручки просто не хватает? Так, пластинку сразу дали. Внимание. Это ручка торчит, спокойно. Не рука, а ручка. Ого, тут все разбросали. Что такое? Что у вас тут... Попойка какая-то была, что это у вас тут? Кости совсем свежие, это нехорошо. Должно быть это связано с тем вариумом, о котором все время говорили культисты. А это что? Патроны для дробовика. Ой, не к добру дают. И сохранение. Ой. Подожди. Это что же запертая дверь, да? Нет, это синяя дверь. Кто-то заблокировал, этот канат выглядит старым и сохшим. Я понял, его можно подрезать. А это что? Оля, пистолет. Все, я беру. Чтобы там ни было, я беру. Правда, мне лекарства бы не повредили бы. Ну, давай попробуем. Старыми и сохшими. Канистра и зажигалка. Старые и сохшие. Канистра, зажигалка. Все, понял. Блин, ну куда же бежать-то? Ого-го. А это что? О, граммофончик есть.
Журнал доктора Арнольда Говарда. Обнаружив кое-что странное, я узнал больше информации о магистре, включая то, что он очень-очень стар. Полагаю, ему несколько сотен лет или больше. Они говорят, что он все еще жив и обитает на территории лагеря, но мне не позволяет с ним увидеться, ведь я все еще посвящен. Честно говоря, как-то мало верится во все это, но я слышал из песнопений и могу сказать, что язык, на котором они пели, довольно древний. За столько лет антропологических исследований в ходе изучения культуры и знаний, как я ни разу не слышал его. Вместе с тем, мною были обнаружены символы, выгравированные на церемониальных чашах, что они используют. Мне не помешала бы помощь археолога, чтобы подтвердить или опровергнуть мои подозрения. Однако осмелюсь сказать, что увиденные символы принадлежат дунайскому письму, использовавшемуся в эпоху неолита культуры Винча. Должно быть, это лишь копия, ведь иначе... Ведь иначе все. Блин, лучше б мазь оставили, ну реально. Подожди, это ж разбивается? No. Так, подожди, это я войду сюда, хорошо. Дверь откроется, какой-то портал. Портал тоже хорошо. Там можно предметы взять или не взять. А, блин, назад бежать, ох, далеко. Ну что, пробуем? Получится, нет? Да, получится. Невидимка обливает дверь керосином. И невидимка поджигает. Надеюсь, зажигалка исчезнет. Нам уже надоело. Зажигалка пустая, она была выброшена. Ура! Меньше предметов, легче живется. Наверное. Так, два предмета есть. Бери, наверное, дробаш. А вдруг сближение? А здоровье-то почти на нуле. Мазь нужна срочно, целебная. Че это за хрень? Это аптечка полная. Склепище. А это что? Кости совсем свежие, это нехорошо, должно быть связано с тем варевом. Это что? Хрена себе в боезапас дают. А что нас не сохраняет никто? Кости совсем свежие. Ну, полную аптечку тратить, ну, не знаю, если совсем все плохо. У меня нет... Как нет карты? Мы же ее видели, эту карту. А ну, выходи обратно, нет карты. Как это у тебя нет карты? Я ее только что видел. Что это за звук? Радио? А, у нас реально нет карты. Дверь тут совсем другая. Это какой-то подвал, какое-то подземелье, боже мой. И сохранение здесь, так знаете, невзначай поставлено. Ой-ой-ой-ой. У меня всего 5 выстрелов. До портала не добрал. Ладно, что будет, то будет. Если что, не знаю. Странно, что нас не сохранили. Там явно что-то опасное. Я по пояс в каком-то дерьме. Могут и убить. Да. Это все-таки босс файт. Что, не сохранили, что ли? Или я не увидел надпись? Это что за хрень? Вспоминание Алисы. Алиши. Ни хрена ж себе. Что, с одного удара, да? Да, смерть с одного удара. Неплохо. И сохранения авто не было, по-моему. О, мне сейчас заново все это надо провернуть. Да? Так, ну что? Как и ожидалось, быстрого сохранения нам не предоставили. А зачем? А зачем? Пришлось все заново, все предметы снова раскладывать. Это ужас какой-то, конечно. 10 минут бегал по территории с этим
с этим вот медлительностью вот этой, вот, чтобы собрать все предметы, разложить и потратил еще одну пластинку, чтобы сохранить этот прогресс долбанный. Сами понимаете, не очень веселое занятие. Даже сбегал за бинтом дальним, который на маяке был, взял его с собой. Ну все. Вот этого здоровья нам не хватит, чтобы пережить атаку бодающегося монстра, или кто он такой, не знаю. Ну могли бы и сохранить. Ничего бы с ними не случилось-то. Чё-то такого страшного-то в сохранении. Перед боссом, который ты не знаешь, как побеждать. Мне пришлось переигрывать дофига просто. Ну не переигрывать, здесь как переигрывать. Предметы эти носить, долбанные, по территории. Все, спокойно, я успокоился. В общем, короче, тут надо не стоять на месте, как-то бегать и стрелять. Давайте, наверное, сначала попробуем вылечиться. Ты лечись, блин. Лечись, короче, по полной, все равно ты не убежишь. Здесь очень узко. В любом случае, вот, даже ты бежишь, а тебя отталкивает невидимая стена. Вот, смотрите, видите? Ты на метр не можешь подойти. Ну, ладно. Ну, по анимации появления боссов, понимаете, да? Что это явно не Resident Evil. Ну, ничего, сейчас разберемся, спокойно. Ну, смотрите, анимация, да, появления босса? Какой-то таракан выполз из-под тапка. Давай. Так, бегим. Твою ж дивизию. Ты будешь бежать? Он, короче, действует как зомби. Обыкновенный. И действовать надо так же. У него есть медленная атака, есть быстрая. Может кольнуть, может побежать. Вот эта анимация, задержка после выстрела... может сыграть злую шутку. Все, что ли? Зря аптечку съел. Он меня убил? Не убил? Нет. А может и да. Но это тот бесплотный, который, да? В которого можно было не стрелять. Ага. Что? Прямо как в кошмарах. Да, до этого была мелодрама. Что это за место? До этого была мелодрама. Особняк зомби, это было мило. Так, давайте я попробуем воспоминания посмотреть. Нифига не понял. Ну, он нас затащил, короче, потусторонний мир, мир порталов, да? Так, воспоминания. 4-е и 5-е. Сейчас я нахожусь под землей в этих кошмарных канализациях. И ужасы, с которыми я столкнулась... становится все хуже. Я наткнулась на странное существо, совершенно не похожее на тех культистов-каннибалов, что пытались меня убить. Повсюду скелеты, человеческие останки. Интересно, связано ли это как-то с монстром, который я видел раньше? Надеюсь, моя дочь еще жива, однако я не понимаю, как можно выжить вместе с кишащим такими опасными мерзостями. Я надеюсь, что она жива, однако я не понимаю, как можно выжить. Сама себе противоречит. Или так перевели. Ладно, давай 5-я запись. Теперь я понимаю, что схожу с ума, или, по крайней мере, у меня галлюцинации. Никак не могу вспомнить, как я попала сюда. Будто оказалась в другом мире. Здесь все похоже на то, что я видела в кошмарах. Нужно найти способ выбраться из этого отвратного места. Ну, место как место. И что? Черепушки вот вылетают какие-то, вверх летят. А карта есть? Конечно, нет. Ну, все мое со мной. Он меня, кстати, ни разу не ранил. Этот супермонстр. Так, я перезарядился. С 5 выстрелов умирает, если что. Движения такие же, как у зомби. Медленная атака, быстрая атака. И он тупит иногда, останавливается. Это что за хрень? Это шон, да? Это его труп? Духовная сущность. Что-то втянул в себя. Что-то втянуло в себя. Что ты тянешь всякую гадость в себя? Духовная сущность. Создания тьмы могут поглощать души живых, унося их с собой в загробный мир. Использование духовной сущности. Используйте души мертвых, чтобы разблокировать новые предметы или оружие. Где? Вы также можете пожертвовать эти души в ящик Плутоса, чтобы получить любой предмет, оставшийся в царстве живых или мертвых. А, это цена 3500, там вот это было, это за предмет, да? Чтобы перенести его с одного мира в другой, чтобы за ним не бегать, что ли, получаю? А вон цифра появилась внизу, в правом нижнем углу экрана, если вы ее видите, если она не закрыта ничем. 1000, короче. Один пучок энергии 500.
И за эти пучки я могу покупать в этом ящике, получается, в потустороннем мире какие-то предметы или что? А это можно? А у меня ножа нет, я же его выложил. Блин. Ну ладно. Так а тут опасно или... Наверное, опасно. Блин, что это? Он помер? Не понял ничего, он появился, потом прыгнул в портал. Увидел эту штуку. Чаша наполнена синей водой, выглядит прозрачно чистой, почти божественной, как святая вода. Мне нужно во что-то налить синюю воду. Во что нальем? В пистолет? Прибежала сущность какая-то. Увидела воду, куда-то обратно прыгнул в какой-то портал. А как их убивать, вот эти сущности получать? Они же вон... бесплотные, по-моему. Там что-то красное. Ну что-то светится. Что это такое? Взять синь... О, сюда налить надо, да? Сохранено в ваших воспоминаниях, а ну. Интересно, что тут понапридумывали. Я думал, это просто особняк зомби. Нет. Жизненная сила тысячи богов. Давным-давно существовало божественное существо, которое обладало силой разделять мир надвое. Охраняло земли живых и царство мертвых. В мире мертвых есть вода с особыми свойствами, что используется в качестве защиты от существ, рожденных в небесном аду. Маленький кусочек порядка, призванный помочь в этом хаосе. Использование воды. Используйте святую воду на нежити. Она на время лишит их сил, а также уничтожит, если они ослаблены. Вы также можете уничтожить их метки, чтобы предотвратить доступ в другие места. Имейте в виду, что божественная вода не бесконечна. Можете наполнить флакон только из божественных фонтанов. А как их монстров этих? Как их что? А вот еще лежит, кстати, существо. У меня 2000 уже. Чтобы купить секретный ключ, нужно еще чуть-чуть. А что это такое секретный ключ? А зачем мне пистолет и дробовик, если они у меня уже есть? Чего не понял? Заблокировано. Завершите сюжет, чтобы разблокировать предмет. Сюжет с оценкой S. S+, это контент для второго прохождения игры. А зачем его внедрять в первое прохождение? Чтобы запутать больше или что? А ключ особый для какой-то двери, наверное, особый. Ну ладно, нам бы хоть бы один сюжет осилить. Что это за фигня? Один портал нормальный, один красный. Что это за красный портал? Это так вода действует, да? Все, у меня ноль, пойду наберу. Ага, ого-го-го, ничего себе. А как с монстрами драться водой? Я ж не могу, ну сейчас я попробую. Может надо лейнуть на них, конечно, чуть-чуть. Короче, я так понял, вот эти вот очки, которые мы набираем сейчас вот этом мире, нужны для того, чтобы это... вытаскивать какие-то предметы из того мира в этот. И зачем? Чаша наполнена синей водой. Наполняю. Флакон наполнили. Дальше что с ним делать? Стоп. О, 100%. Витражная синяя емкость, которую можно увидеть в церкви. А что там за кнопка вниз? Нажмите кнопку взаимодействия, когда рядом появится подходящий для взаимодействия предмет. А, то есть я не могу его использовать как оружие, да? То есть это не граната. Я понял, это граната. Не, нифига, вот, все оружие, которое у меня есть. То есть я могу его использовать вот только на портал, да, например, подошел, на портал нажал, и все получилось. Понял. Ничего не понял, но понял, ладно. И как это нам поможет выйти? Через порталы, что ли? Что в порталах? А я думал, это как бомба у нас будет, знаете, бросил монстра, он там это растаял или еще что-то с ним случилось.
Давайте мы этот портал открыли, пошли посмотрим, что за портал. О, сущность какая-то. Ё-моё, она за мной бегает. Так я им не могу у них попасть, они ж призраки. Что мне делать? Еще две сущности, а это что? Здесь есть странный символ. А я не могу воду использовать на символе. Почему? А я откуда знаю. Но я пытаюсь что-то нажимать, но ничего не получается. Ладно. Мне на зеленом портале теперь использовать выход или что? Или как это работает? Никак это не работает. Беги, глупец! Ничего не понял. Зачем мне туда портал? А что-то с символом надо делать или что? Странный символ. Я пытаюсь нажимать разные кнопки, но только выйти из кнопки и все. То есть применить я ничего толком не могу. Ладно. Блин, так они повсюду. Ну ладно, там бы я водой бы облил. Или еще что-то с ними сделал. Так я даже облить не могу. Зеленый портал. Я не могу туда пройти. А зачем он? Ну пошли в этот портал, во второй. А вон видно, что там нас ждет. Ого, там три их. Три зеленых. А меня ж никто не сохранял, да, по-моему? А и правильно, нехрен сохраняться часто. Сохранился раз в начале игры, а потом уже в финале. Вот это место, я тут был. Что это такое? Вот это что такое? Синяя вода. Ваш флакон уже на... А как же применить-то его? Help! Help! Ох, я куда-то вбежал. Ёптель. Тут никого хоть нет. Зеленое тут все. Тут зеленый, что ли, флакон? А, вот. А, нет. Та не работает. Почему? А это что-то за рубильник. А это что? Какая-то бумажка, зажигалка. Вот это флакон, по-моему, да? А это хрень какая-то. А как мне теперь это все поместить, если у меня не помещается? А? Давай выбросим что-нибудь. Сбрасываем. Ну давай возьмем зажигалку. Подожди, а флакон с водой я ж не могу выбросить, да? Да, флакон водой ты не сбросишь никак, поэтому он занимает у тебя одно место. Если ты возьмешь еще это, то будет занимать два места. Бери зажигалку. А на кой он нам нужна? Он что-то держит. Что он там держит? Что держит-то? Пять элементов природы. Огонь. Ветер. Земля. И что-то там тропа откроется. Вот там, видите, написано. И вода. Ну, огонь, вода, земля и ветер. А земля вверху... Ой, огонь вверху, земля внизу. Слева вода, справа ветер. И... Воду льем на монстров. Зеленую на зеленую, синюю на синюю. Все просто. Все ясно. Спасибо, все понял. Отлично, если бы что-то не понял, было вообще плохо. А так все понял, ни хрена не понял. Зачем мне зажигалка? Вторая. Я ж одну выбросил. Это, или это моя? Видавшая не одно поколение зажигалка. Точно моя. А на кой она мне? Не знаю, давай ее сбросим. А это что, зеленая вода, да? Взял. 0%. А, это зеленый портал открыть. А как же мне воду запустить? Наверное, с помощью вот этой хрени, да? Да, и тогда наполнится колодец, у меня тогда появится вода. А эти предметы, так понимаю, здесь навсегда останутся. Я смогу их вытащить только с помощью очков. А, переполненный инвентарь. Очки нужны, чтобы эти предметы вытаскивать с того мира, правильно? Точно.
Но зажигалку точно придется тащить. Но я не брошу ни патроны, ни пистолет, ни оружие. Поэтому... А это я не смогу выбросить. Поэтому эти два предмета остаются здесь навеки. Ну пусть остаются. Что это за хрень? Расставьте правильно фрагменты по окружности. А, круг мы видели. Это вот этот узор, который лежал. Пентаграмма это которая. Ну не пентаграмма. Мы же его видели, помните? Вот так он был там. По-моему. А дальше я не помню. Вот это сверху, по-моему, было. Да, вот так это было. О, подходит, смотрите, совпала палочка. Я два запомнил. А дальше я не помню, как раскладывать. Надо бежать обратно смотреть, да, наверное. А не хочется. А, нет, вот это я помню. Там было снизу этот... Снизу вот так было. Во. О, тут совпадает, видите, ромб идет. А все, дальше все. Дальше я уже не знаю, 4 предмета как-то расставить. Но это точно в линию, вряд ли я точно вот это запомнил. А вот дальше что делать? Это для меня загадка. Наверное, так, не знаю, как-то должно совпадать. И тем более здесь не полный рисунок, тут только часть, чем сложность. Не. Так сейчас сияет, мало видно. Вот эти три палки бы запомнить, где было, уже бы было бы легче. Три палки, ну там точно, наверное, вот так как-то. Так, наверное. О, вот это, по-моему, красиво смотрится, да. Это, наверное, ниже. А ну дайте мне ее. Вот это, по-моему, здесь, да, смотрится. По-моему, так. Ну. А это вообще не знаю куда. Наверное, сюда. Сработало? А ни хрена. Вот это, с этим проблема. Как его правильно расставить, я не знаю. Я не помню. Не факт, что она здесь должна быть. Ой, что-то вылетело. Это всего лишь какие-то кости, успокойся. Вот это, возможно, не там. А как это? Ох, трудно выбирать геймпадом. О! Дайте мне вот эту. Вот это, по-моему, снизу должна быть, нет? Че, узор? Блин, не сбивайте меня, летающие кости. Не? А, я сюда же и положил, ну красавчик. Там же взял и это же положил. А ну давай вот это. Сейчас бежать придется к узору, я не помню, как правильно, честно. О, вот это, по-моему, оно. О, вот это оно, да. Нет, наверное, как-то так. Не, совсем не так. Хорошо, ну, блин, узор еще классный. Сделан от души кем-то. Еще и многоугольный. Нет, вот так, наверное. Короче, смотрите, вот я уверен, в первой линии мне сейчас бежать обратно придется. Мне надо выяснить с вот этой тройкой, где три вот этих рубца стоит, с какой стороны. И выяснить, как запомнить их. Они же одинаковые, охренеть просто. 4 палки хотя бы. 4 палки, 3 рубца. Если по 2 хотя бы запоминать, уже бы было хорошо. И один с крестиком. Вот как запомнить? Со стрелочкой и с крестиком. И три луча. Это бы запомнить. Сейчас побежал я обратно, посмотрю, что там. Ох, да нифига себе, вы подкинули нам. Еще и сохранения нет, офигеть. Я сейчас бегаю чисто, знаете. Иди в баню. Блин, да вас тут трое, охренеть. Уйди, блин. Попробуй запомнить здесь узоры. Попробуй запомнить. Все, я вышел. Теперь сюда идем за узором. Порталы красавцы, конечно. Видно, делали на совесть. Как и босса. Без автосохранения это. Сюда давай. Так, меня не тронут, пока я здесь. Смотрите, три узора все-таки справа. Три луча справа идут, видите? Крестик слева.
Крестик слева, а стрелка куда идет? Стрелка, я стрелку забыл, где она. Где у нас стрелка должна была быть? А, вон эти узоры. Все, смотрите, три луча справа идут вверх. А крестик ближе идет к окну. Назовем его так. Это мы правильно расположили. Дырочки правильно в центре. Крестик ближе к окну. Три луча, длинный идет ближе к окну. Длинный к окну, крестик к окну. Стрелочка идет ближе к тройке. Все, я запомнил. Охренеть. Сумасшедший какой-то, да, я? Сам с собой общаюсь. Три к окну. К окну, не к окну. Жалко, ускорения нет. Если так бегать, это не вариант. Я не пойму, а мне опять выйти сохраняться надо будет? У меня всего одна пластинка осталась. Мне дадут сразу несколько пластинок? Я не хочу переигрывать это все снова. Это не очень интересный контент, чтобы его переигрывать снова и снова. Так, ну давай, пока я помню. Вот эти три луча. Да, три луча идут. А ну, убирай его. Не, бери. Три луча идут, оказывается, с другой стороны. А вот это с крестиком правильно идет, кстати. Оно сейчас уже правильно лежит. С крестиком лежит здесь. Хотя это тоже три луча. Нет, там со стрелочкой. Он со стрелочкой. А ну давай мне вот это. Вот они, да. Только вот так разверни. О, вот так они идут. Есть. А вот это... А вот это... кнопка вынять. Одна и та же. Вот, вынять. А вот это идет сюда ближе. Со стрелочкой сюда. Нет. Ну, так, наверное, не знаю. Там стрелочки, по-моему, не было. Ну, крестик точно там. А вот эту хрень я не знаю, как разместить. Не? Наверное, сюда. Так, вот так, наверное. Не? Пипец. Чем ошибка? Ошибка может быть чем угодно. Здесь я вообще не понимаю, как надо располагать. Ну, давай располагать как есть. Так. Ох, получилось. Фух, бежать не надо. Собрал. Бредни сумасшедшего мне помогли. И у меня теперь появится сейчас зеленая жидкость, да? Да, наверное, зеленая жидкость появится. Нажимаю. Пошла зеленая жидкость. Я не могу открыть зеленый портал. Сохранить нет, все равно не. Ну ладно. Я многого требую, наверное. Так, заполнил я зеленый флакон водой. Эти предметы остаются здесь навеки, с зажигалкой вместе. Потому что это я сбросить не могу, как бы не хотел. Использовать я тоже его не могу, потому что он используется. Патроны никогда в жизни не выброшу. Убейте меня хоть сейчас. Никогда в жизни не выброшу. Все, я собрал, короче, эту хрень. Главное теперь не умереть. Будет весело, если я сейчас умру и заново придется собирать эту хрень. Так, идите в баню. Теперь их двое, а то было трое, теперь их двое. А нет, трое. И как с ними воевать, если они на тебя нападают? Может, надо как-то... Не, я не буду на них выливать внезапно флакон. Все, мне теперь сюда, до портала добежать. И в него впрыгнуть, правильно? А что они бегают просто-то? Как с ними воевать? Стрелять в них не вариант. Нам же мужик рассказывал. Эй, я здесь. Я здесь, эй. Блин, а второй что спит? Охренеть, это зигзаги. Что, вылить надо успеть? Выливай давай, он автоматически должен вылить. Давай. Твою ж дивизию. Выливай, твою мать. Давай, быстрее. Че укусил меня, зараза. Сколько там здоровья потратил. 10%. А где я? Какая-то дверь. И...
И... О! Тебя-то я не видел. Пипец. Из зомби-хоррора превратились в какой-то квест с потусторонними порталами, с какими-то... с какими-то рычагами. Один красный. Так меня не сохранили, прикинь, до сих пор. Что-то такое, книга какая-то. Обалдеть. Зеленая хрень, наполни. Наполнил. У меня что-то 20%, да, или сколько? 100-100, все правильно. Это чем открывается? Не знаю. Книга какая-то. Тут написано на очень странном языке. Похоже, я могу прочесть это. Что способно изменить природу человека? Мою руку тянет к магии какой-то неумолимой силой. Не хочу. Какая-то хрень. Это синий портал. А зачем? Суккубусы какие-то. Пирамидки. Ладно, давай нажмем. Сейчас получим, наверное, электрошокером. По морде. Давай. И? Откройте 5 врат и обретете доступ к рукописям безымянного. Здесь написано что-то еще. Ветер дует, огонь горит, дождь идет, вода течет. У нас есть чертеж вот такой вот фигни. А ну еще раз. Теперь я читаю на этом языке куда лучше, как это возможно. Дальше написано моей кровью. Откройте 5 врат и обретете доступ к рукописям безымянного. Ветер дует, огонь горит, дождь идет. А земля что делает? Лежит? Дождь идет, горит, дует. Ага, то есть поэтому я должен определить, где у нас огонь. Огонь, понятно, где, вон он. Это ж огонь, да? Ну как он горит? Изучить ее, да? Поверните пирамиду вверх-влево-вправо, в один из углов, сбросить, чего? А как? Ого. Короче, мне надо сделать простую пирамиду. Без всяких узоров, да? Огонь горит. А ну покажите мне рукопись, файл. Ящик Плутоса. Еще дальше. Это мы уже закрыли с вами. 5 элементов природы. А что 5? Огонь вот такой. Солнце светит, огонь горит. 2 вверх. Ну вот огонь. Да, это огонь. Вверх огонь. И как в него поставить-то пирамиду? Оно переворачивай пирамиду. Вот наша пирамида, вот. Вот это наша пирамида. А как ее правильно выстроить? Вверх, влево, вправо, пойдет один из углов. Вверх. Огонь горит. Какой же что-то огонь горит? Наверное, вот этот. Вот этот он, да. Я думаю, вот это он. Сколько тут у нас этих штук? Не знаю.
какую брать? А, так это вершина. Вершина может быть какой угодно. Подождите, ни хрена не пойму. Ну понятно, что это должен быть огонь. С этой штуки смотрим. Что-то ничего больше нет. Это земля. А у вас немного здесь пирамидок, а? Огонь. А чё эта пирамида никакая? Давай еще раз. Пошел хардкор по этим. По штуковинам этим. Огонь, солнце слева. А, смотрите, солнце с угла. С левого угла. Солнце с левого угла. Вот как это смог. Ух, ничего себе головоломки. Солнце с левого угла пошло. Ну, давай, да. А тут нет же угла. А вверху что? Все, мы это сделали? Ничего не произошло. Здесь должно быть что-то поможет понять, как это работает. Все, мы как-то активировали, да. Звук, по-моему, был. Фух, я думал, кто-то вылез. Так, огонь горит. Огонь мы сделали, хорошо. Все, тут все просто. Тут все просто. Просто надо было с углами разобраться. Сюда даже можно не смотреть. Далее. Далее давайте разберемся с вот этим. Если с помощью файла работать, то мы с вами все сейчас сделаем. Все спокойно, все нормально будет. Это у нас земля. Земля у нас, наверное... Нет, это не земля. Это ветер. Нет, это вода. Это вода. Это обратное огню. Только она что-то не работает. Что не работает? У меня бутылка? Нет, на бутылка на месте. Ничего не понял. А что я не могу подойти к другим? Откройте 5 врат. Здесь написано что-то еще. Ветер дует, огонь горит, дождь идет. Ничего не произошло. А как нам взаимодействовать с другими пирамидами, если нет взаимодействия кнопки? Я пытаюсь понять, но не совсем понимаю. Ну, огонь я собрал, ладно, а дальше что? Ничего не происходит. Нет, оно же должно что-то делаться с ним. Ну, что это такое вообще? Возможно, дальше написано «Моей кровью». Открой 5 врат и обретите доступ к рукописям безымянного. Здесь написано что-то еще. Ветер дует, огонь горит, дождь идет. Так, у меня нет даже кнопки взаимодействия. Нет, я, конечно, понимаю все такое, но... Или мне вернуться надо? Куда мне надо вернуться? Не знаю. Что-то я ни хрена не догоняю. 5 элементов природы. Ну, огонь зажег. Земля с другой стороны. Так, у меня нет кнопки даже взаимодействия. Ну ладно, там бы что-то еще было бы. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. А чего не хватает? Карты-то нет. Подождите. Больше взаимодействия же точно не ищем, да? Эти шары, это ж не то. Не. Не.
Не. Все, я проверю. Пошли. Зажигалка. Зажигалка осталась. Хрен. А как мне без инвентаря это все переносить? Скажите, это я выбросить уже не могу. Это пипец просто. Инвентарь. Не то что проблема, а теперь огромная проблема. Теперь мне надо принести все зажигалку. Какой ужас. Ну ладно, побежали за зажигалкой. Надеюсь, она израсходуется и исчезнет, потому что я все не унесу. Бросай тогда здесь еще одни патроны, чтобы перенести сюда все предметы. Я так понял, отсюда мы уйдем. Остальные пирамиды когда? Вот будет весело, если я без патронов останусь. Эта игра не сохранилась еще ни разу после битвы с боссом. Ну, вернее, я сам себя сохранил перед битвой с боссом. Ну, не знаю, по-моему, перебор. Как, что вы думаете вот по этому поводу? По-моему, перебор с вот этим вот инвентарем. Таскать вот эти два предмета через всю карту. Переносить их у себя в джинсах. Не знаю. Я понимаю, что это геймплей построен именно на вот этом, но это не очень интересно. Мне интереснее разгадывать загадки, наверное, не знаю. Стрелять в зомби или там, я не знаю, какие-то умные загадки. А не носить предметы из точки А в точку Б. Я сейчас додумался просто огонь и зажигалка. Я вспомнил, что у меня здесь зажигалка осталась. А учитывая, что здесь нет карты, то по сути-то можно и забыть, что у тебя там зажигалка осталась. С бинтом, между прочим. Ну бери бинт, зажигалку. Охренеть просто. И с этой зажигалкой, учитывая, что у тебя в любом случае места не будет в инвентаре, потому что вот эту хрень выбросить нельзя. Ты с ней должен бегать по жизни, я так теперь понимаю, да? Инвентарь у меня теперь состоит из 4 ячеек. Либо играть без патронов, либо играть без пистолета и его патронов, ну да. Одно оружие придется выбросить или не выбрасывать, я не знаю. Но таскать два предмета с одной точки в другую, это как-то не очень весело, совсем не весело. Может, кому-то радость заставляет это? Мне нет. Я сейчас начинаю просекать, что нас просто гоняют по карте. И вот это заставляет вот этим вот заниматься, вместо того, чтобы что-то делать интересное. Остальные пирамиды, я так понимаю, мы совернемся еще в минимум 4 раза, да, в этот портал? Только будет разные порталы и разные головоломки. Ну, давай попробуем. Надеюсь, меня не унесет сейчас. Дайте я перестрахую. Сейчас лишусь патронов, и это будет писец просто. Лучше бинт сбросить, да. Я его потом выкуплю. Дайте мне патроны на пистолет. Их больше всего на пистолет. Я ж не знаю, что дальше будет. Игра не сохраняется вообще. Ну, давай. Если это сейчас не сработает, я не знаю, что делать. Сработало. Бинты, патроны на дробовик у меня остались. Зажигалку можно выбросить? А что это за портал? В каком это? Не, зажигалка оказывается... Ладно, пусть она тут и лежит. Если она понадобится, пусть здесь и лежит. Я лучше возьму с собой патроны. Бинт тоже оставлю здесь, если что, его можно перетащить будет из потустороннего мира в наш. Офигеть, да, система? Знать бы еще, где портал открылся, это вообще было бы хорошо. Найдем, уж то с вами бегуны. Ну, побежали обратно. Наверное, где-то здесь открылся, нет? Нет, это было бы слишком легко. И там показали страшного зеленого монстра. Очень страшного. Невероятно зеленого. И ты нахрен, блин. Вот такие же страшные, знаете, как тараканы, которые бегают повсюду. А у меня в руках тапок, например. Такие же вы страшные. Просто вот это таскание предметов и фишка... А, вон он. Фишка в том, что у тебя не хватает места, и ты из-за этого должен больше бегать. Вот еще один. Их, наверное, как-то убивать можно водой. Но тут надо держаться боковой стороны. Оба! Да. Вон, портал открылся, это я выйду там же, наверное. Ой-ой, смотри назад. Я бросил здесь зажигалку
еще что-то. И бинт. Все, уходим. А, ну да. И вот я снова в этой дерьмо канализации. Назад можно вернуться в любой момент, да? У меня нет карты этой области. А, ворота открылись только одни, с одной стороны. И заметьте, я еще не сохранился ни разу после битвы с боссом. Давай, наверное, перестрахуемся. Я лучше выстрелю все патроны. Хотя это бесполезно, если... Если чувак сейчас будет активно опасный. Где моя карта? А у меня нет карты, блин. Нет у меня карты. Нету. И куда я сейчас вылезу? Без сохранения, без всего. Последнее сохранение перед боссом. Это после того, как я уже сколько всего прошел. Минут 40, наверное, да? Ну, 30, ладно. Где я? А, я с другой стороны оказался, да? Ну, а сейчас бы неплохо было сохраниться. Очень бы неплохо было бы сохраниться. Это бинты. И чё такое? Дыра какая-то. Кошмар какой-то. Это что? У меня нет ножа. Давай в портал. Так, а вопрос. Глупый, но вопрос. Так, подожди, это могу открыть, да? Кто-то заблокировал дверь, чтобы никто не мог выбраться. А у меня нет ножа, я не смогу это сделать. Откуда я появился? Из этого портала я появился. Нет, подожди, я ж не из портала появился, я ж из дырки вылез. А ну давай в портал, выложи предметы. Офигеть просто. Одна пластинка осталась, я, наверное, сейчас ее потрачу. А что ж дальше-то делать? Следующая пластинка попадется когда? Через год? Так, я могу эту хрень выбросить? Вы не можете положить этот предмет на хрен. Вы что, с ума сошли? А как мне играть в игру? С теми патронами, что у меня есть? Вы что, серьезно? На две ячейки мне играть? Что-то я не понял юмора. Ну ладно, давайте выбросим тогда так. Я, конечно, очень хорошо поддерживаю там старые традиции в старых играх, но мать его. Почему я должен играть в игру под названием «Инвентарь»? Ну что ж это такое вообще? Я, конечно, могу сейчас бегать еще зажигалку принести с потустороннего... А что это такое? Тройной бинт? Ого, это тройной бинт. Это же большая повязка. Подождите. Я ж не сохраняюсь нифига уж, понимаете, да? А это что? Отсутствует рычаг. Прелесть просто. Дверь не открыта, да? А, так я вообще не могу выбраться отсюда. Представьте, вот это класс. Я не могу сохраниться, потому что мне надо пройти через канализацию. Канализация закрыта. Там есть портал, но он меня никуда не вернет. Мне нужно найти рычаг. Ух ты ж, ёж-моёж. Тогда я беру патроны. Подожди, а что здесь лежит? То есть даже после того, как ты прошел босса, вышел с портала, сделал эти головоломки, кучу всяких нарешал. А, мне надо было... Блин, может быть будет вот это. Может как раз рычаг где-то в бочке лежит. Пипец. Не фишка в тайне, не фишка в сюжете, не фишка в зомби, в монстрах, в головоломках. Фишка в том, как тебе жить с этим инвентарем. Как его все вот это вот перенести. Тебе еще дали две бутылочки, которые нельзя передать на хранение. Которые невероятно важны в жизни любого человека. И сбросить их нельзя. Пипец. А если там у нас сейчас... Мне же надо нож с собой держать. Как мне... Я ж не умею ногами драться. Мне надо нож с собой держать в руках. Давай убирать пистолет тогда хренам его. Тогда. Раз это оружие неэффективно. Давайте переходить на это. Если меня сейчас убьют, у меня есть пластинка, но я не могу сохраниться.
А нож мне нужен для чего? Чтобы развивать бочки или зомби? Или что вообще делать? Хрень какая-то, блин, реально, ну что это такое вообще? Почему я должен думать, как мне, блин, перенести предметы с одной точки в другую? Все, у меня уже нервы бьют, видите, я уже начал стрелять. Я уже нажимаю все кнопки подряд, ну просто уже все, сами понимаете. Столько пробежал, и в итоге тебе дают эти долбанные патроны, которые тебе ты только что выложил. Все, у меня уже бомбить начинает. Вместо того, чтобы, блин, сделать интересный геймплей, мы с вами носим предметы с одной точки в другую. По всему миру носим, ходим. Что это такое вот это? Охренеть. И когда ты выходишь после 20 или 40 минут блуждания, чтобы пойти разложиться, сохраниться там или еще что-то, тебя отправляют в новую эту, в новую локацию, где ты должен что-то делать, не знаю, там, наверное, зомби ходят, Теперь я бегу обратно, я нашел пару патрончиков, теперь эти патрончики должен опять отнести в хранилище, положить их в Сбербанк или где, куда я там их... Чтобы они там лежали у меня, и я их потом брал. Сейчас выйду, что там меня за монстры ждут впереди, чтобы я дошел до точки сохранения. И вот это бегание оттуда к сундуку и обратно. Но зато у меня две бутылки есть, в реальном мире они очень полезны. Что мы, чего мы лишимся с вами? Давайте так сделаем, не знаю. Инвентарь самый удобный, теперь будем листать эти предметы, 100 штук, выходи нафиг отсюда. Блин, ну реально меня взорвало уже. Что это такое? Нахрена я должен вот этим вот заниматься, вот скажите. Ну ладно, я не думаю, что там крутые монстры, давай выбросим, наверное, дробовик, возьмем пистолет, наверное, выбросим нож. Так нож мне нужен, а если я что-то найду по дороге? Охренеть можно. Нет, все-таки к инди-проекту надо аккуратнее подходить. Мне нужен пистолет. Где мой пистолет? Я беру пистолет. У меня есть пистолет? У тебя есть пистолет. Бери пистолет и пошли. У тебя одна ячеечка. Если что-то будет там опасное, серьезное, наверное, лучше бежать. Не знаю, начиналось как-то все бодренько. Теперь что-то... Теперь что-то понесло. Разработчика... Я не знаю, может кому-то нравится носить предмет, мне не нравится. Мне нравятся игры, где есть сюжет. Вот я сейчас спрыгнул. Здесь будет куча зомби, я уверен в этом. Что тут ни хрена не видно? Где фонарь? Это фонарь? Это фонарь. Что это за корни? Да идите вы нахрен, не буду вас ножом бить. Так, подождите, это я вышел. Я иду в какой-то сортир. Что-то там сейчас открою. Это кто? Я ни хрена не вижу. Я не буду жалеть патроны. Давайте, наверное, их отстреливать. Потому что, учитывая, что у меня почти нет лечилок... Поэтому я буду, наверное, стрелять. Хорошо, что я дробовик не взял. Сейчас бы дробовиком пришлось их бить. А это куда проход? Не, немножко офигеваю, конечно. И ни единого сохранения за все это время. Это я где? Что это? Есть сохранение, все, вижу. Обалдеть. Но опять же, у меня одно место только. Нет, ну правильно, если одна пластинка, главное сейчас это место не забить. Пошли посмотрим, что там с другой стороны за яма. Или что это не за яма, я не знаю, что в темноте там еще сияет. То, что меня выбомбило уже, это конкретно. С этим инвентарем. Сохранение, сейчас сохранение, после всего пережитого. А зачем там тогда пластинка, если вы меня здесь сохранили? Ну ладно. Тут босс, что ли, получается?
Что, басяра здесь, какая-то бутылочка. Голоса и выстрел, здесь есть живые. Да отъебитесь вы. О, ну хоть в переводе маты добавили, а то совсем скучно было. Лучше в геймплее подбросили нормального. А маты убрали. А слушайте, она знает, что с этим делать. Она знает, что с этим делать. Ни разу сами не применили, но она знает, как это работает. Сама попробуй это сделать. Короче, мне с ним воевать надо, а мне нечем стрелять, походу, да? Да и лечиться нечем. Беги. Да, сейчас будем с пистолета в нее гасить. Короче, не увлекайся. Не увлекайся, парень. С парня там, по-моему, штаны снимают. Орет, как я не знаю, резанный. Но зато маты знает, это хорошо. Это хорошо. Беги. Я стреляю по два раза. А что мне делать дальше, не могу понять. Ну ладно, я в него, конечно, постреляю, но... Но я что, закрыт? Какие-то дым на дверях. Не-не-не, беги. Старик, тебе дали зачем бутылку? Капец. От пули вообще толку нет, да, ты прав. У меня две осталось. А представьте, если бы я сейчас выбросил все патроны, все, что было у меня, выбросил. Пипец. Все, не перезаряжайся, иначе нас убьют. Давай. Беги. Я так понял, надо на него бутылку применить. А когда он умрет-то? Да что это за монстры? Как с ними справиться? Слушай, я молча работаю, а ты че орешь? Ну что ты истеришь-то? Тоже мне. Что мне с ними делать? Так, ебитесь. Давай бутылку. Что вы, блядь, такое? А как это работает? А, работает, все таки. Пуль, толку ноль. О, я его убил, да, бутылкой облил. Спасибо. Но кто ты такая? Все, кого я встречал. Что ты орал там? Убить меня. Я Алиша. Даже не знаю, с чего и начать. Да начни с чего-нибудь. Не знаю, как попала сюда. Меня привезли, пока была в отключке. Я пыталась выбраться, но... Думаю, что... Моя дочь у них. Они... Какой-то культ. Кучка психов. Да, я уже успел понять это. Ну, меня зовут Пол. И я оказался здесь, привет, потому Пол. Что тоже кое-кого ищу. Мой напарник был похищен при загадочных обстоятельствах. Похоже, он был связан с какой-то религиозной группой. Я следовал зацепкам и, похоже, слегка увлекся. Улики и объявления о пропавших вели к этому месту. Пришлось угнать вертолет из участка, чтобы попасть сюда. О, ты прилетел сюда? Угнать вертолет, да. Значит, можешь и свалить отсюда. Ну да, и тебя захвачу, если хочешь. Но я не улечу, пока не найду напарника. Ладно, спасибо тебе. А знаешь, я начинаю думать, что вместе у нас есть шанс остановить это безумие. И... Возможно, ты поможешь мне найти дочь? Конечно. Сколько ей лет? Как она выглядит? Я, честно говоря, уже и не знаю. Столько всего произошло. Все в порядке. Мы найдем ее. Обещаю. Вот, возьми. За спасение моей задницы дарю тебе спецпояс. За спасение моей задницы. Спасибо. Из моей задницы. Жаль, но что мы не вытащу. Встретились раньше. Отлично стреляешь. Ха, ну да, но с этими тварями все сложнее. Я частенько бывал на стрельбищах. Вот и пригодилось. А ты вроде тоже не промах, учитывая, сколько выживала тут в одиночку. Это впечатляет. Не умирай, пока я не вернусь, Алиша. Увидимся. Все понятно. А куда, интересно, мы ключ положим? У нас мест нет. Ноябрь 10-й, 84-й год, где-то во Флориде. Боже,
Это пол, да? Голова. Нужно чем-то похмелиться. Алкаш, пол. Где же этот чертов виски? Все, мы играем от первого лица еще и за пола, я так понимаю. Ох, ёж-моёж-то. Что ж дальше-то будет? А что ж там был за второй разветвление с патефоном, с этим был, с пластинкой, с какими-то алтарями еще было? Куда мы бутылку делим? Мы же зеленую бутылку выбросили, а теперь дальше как? Или мы не встретим больше зеленых монстров? Или пол теперь будет играть за... То есть мы будем играть за пола, правильно? У которого будет теперь зеленая жидкость. Нет, ну если по одной жидкости еще ничего. Инвентарь тогда у меня 5 ячеек будет. Можно будет носить с собой пистолет, дробовик и одну ячейку, чтобы была пустая. Чтобы найти один предмет. А, лечилка ж нужна. Ё-моё. А инвентарь больше не увеличивается, это все, что есть. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. Надо много чего переварить. Я, конечно, охреневаю с этого инвентаря, с этого ношения предметов с одного края в другой, перетаскивать по бутылочке и складывать их в сундучок, а потом биться с монстром, поливать его водичкой. Водичку надо заправлять. Ой, весело. Ну, дальше весело будет, тем более мы за алкоголика Пола теперь начинаем играть, просто не терпится посмотреть, еще от первого лица игра пошла. Как он тут жил-то до всего случившегося и почему он оказался в этом особняке и кого он вообще ищет? Ой, не знаю, чуть-чуть, конечно, меня вот это огорчило, вот эта фишка с инвентарем. Я понимаю, что и в Resident Evil у нас были трудности с инвентарем, но там все было логично. И там не было вот этого. Вот ты возьми зажигалочку, перенеси ее в точку А, с точки А в точку Б. Но у тебя нет для нее места, она осталась у нас в потустороннем мире. По идее, мне надо было сейчас правильно как поступить. Я сейчас понимаю, что я оставил зажигалку в потустороннем мире, теперь мне надо будет выкупать за эти... За очки, которые мы добиваем. Какие-то очки. Добываем очки с призраков. И теперь, чтобы достать зажигалку, мне надо будет за нее заплатить. Вообще, надо было пойти и вытащить зажигалку с потустороннего мира, 20 раз бегать туда-сюда и положить ее в сундук. Вот это было бы правильно. А потом пойти сохраниться вот там, где был алтарь какой-то, с помощью пластинки, и сделать там контрольный сейф. Вот это было бы правильно. Ну, не знаю, здесь у нас как-то игра автосохранилась, но здесь вы видите, да, какие автосохранения, оно может быть, а может и не быть. Я следующую игру, не знаю, загружу я отсюда или не загружу. Я нифига не могу понять, зачем так редко сохранять игру. Предыдущее сохранение, это было перед боссом, 40 минут назад. Если бы меня сейчас грохнули, ну ладно, здесь меня автосохранили перед этим местом, ладно. Но все равно, а если бы меня зомби убил, а если бы я раненый вышел без лечилки... Ну реально, убивает зомби, ты переигрываешь весь участок. Ну не знаю, странный момент с инвентарем. Вообще так нормально идет, нормально. Сюжет, какие-то тут потусторонние миры, хорошо, с этим смириться можно. Но когда тебя начинают искусственно, чтобы растянуть время геймплея, гонять по карте просто так, вот это начинает немножко подбамбливать. Ну ничего, посмотрим, что будет дальше. Все, друзья, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Shadwell Игровые Миры. До новых серий. Вани и мы.